Всем привет, меня зовут Ксюша. Я 6 лет занималась танцами, 2 года занималась бальными, а 4 года хип-хопом. Еще я занимаюсь в театральной студии, могу играть разные роли. Для меня не важно, какая роль, мужская, средняя, я могу вообще дерево сыграть. Ну, самое главное для меня это, чтобы мой персонаж делал какие-то хотя бы действия на сцене. Для меня очень важна дружба, общение. В дружбе для меня главное — это доверие, может быть, чтобы говорить какие-то секреты. Еще я умею играть на гитаре. Я начала не так давно, но уже могу играть песню «Цоя кукушка». Правда, не всё, но половину. Надеюсь, я научусь играть всю и когда-нибудь кому-то сыграю. Или, может быть, даже самой себе. Спасибо за внимание. До свидания.